будете хорошо вообще для генов, если вы вот как раз в социальных группах хорошо функционируете. То есть, когда у вас есть группа, потому что если у вас есть группа, вы можете размножиться, понимаете, поэтому надо, чтобы вы как-то кучковались, вот, несмотря на вредность своих характеров. Вот, поэтому, значит, нужно вас тоже поощрять. И вот гормон, который поощряет нас за вот такую социальность, ну, на самом деле он нас поощряет в тот момент, когда мы чувствуем, что другие люди нас принимают, одобряют. Приятно же в этот момент, да, говорит, боже, какой же ты замечательный человек. Душа просто. И так мне помогаешь, просто невозможно. Спасибо тебе. Приятно же, да, сразу. Вот, это серотонин вырабатывается. То есть вас берут в компанию, компания тоже может вся, так сказать, в конечном итоге привести к воспроизводству генов.